Разговор о рекламе. Долгий и, по сути, неконструктивный состоялся за круглым столом в городской мэрии. Тема дискуссии – запретить рекламу на заборах и ограждениях города или оставить. Среди приглашенных к обсуждению – сотрудники мэрии, депутаты гордумы, представители бизнеса и общественности. Большинство склоняются к запрету, но с оговорками. Рекламу на ограждениях все-таки следует запрещать, но поскольку у нас есть как бы что закрывать от глаз, да, это изгоревшие дома и какие-то объекты, ну такие стройки, те же самые и все прочее, все это прописать дополнительно в правилах благоустройства. Чтобы закрывать социальной рекламой стройки или свалки, необходимы средства мэрии, а их на все руины не хватит. А потому без коммерческой рекламы тут не обойтись. Некоторые настаивали на полном и безоговорочном отказе от рекламы на заборах, например, представители ТОСов. Как ни странно, крупные бизнесмены тоже выступают за. Их предпринимательской деятельности вставляют палки в колеса нелегалы. Позиция бизнеса. Бизнес, ну, хотя вот и обвиняют, скажем так, нас в том, что мы пригласили только крупных, но я как бывший рекламщик смею вас заверить, что это три противоборствующие, реально противоборствующие компании. Они были на удивление едины, что все надо запрещать. Окончательное решение будут принимать депутаты. Круглый стол – лишь мнение тех, кто с этим работает или просто неравнодушен к облику города. Однако можно предположить, что рекламу на заборах запретят. Все последние законодательные инициативы городских парламентариев были направлены именно на сокращение рекламы в областном центре. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.